Короче, плюнул и взял камеру Panasonic. Вот сравните, до этого было видео номер один на Samsung 8S. Сделаем ему рекламу, да, это у нас камера. Люмикс какой-то, Panasonic, в общем, какой-то, не знаю даже. Так, ну еще раз, 92-й год, 14 тысяч пробег всего. Турбодизель 4.2, приятная шестерка, в отличном состоянии. Ну, только кондиционеры вроде не работают, что-то надо с ними там колдовать. Никто тут не хочет делать в Америке, ленивые механики ленятся. Ну, заелись работать, тут очереди огромные. В сервисе надо платить 100 баксов за что-то там сделали или не сделали. С тебя слупят около 100 баксов, ну, в среднем. Так, литье классное, да, правда, 17,5, резину, наверное, тут хер найдешь. Тойотовское литье, но это был автомобиль для всяких там экстренных ситуаций в Японии, и поэтому он был всегда наготове. Видать, списали его старичка, хотя пробег и состояние идеальное, да. Ну и, как говорю, A1 OneHGT, один, ну, по-английски скажу, OneHGT Inline 6. Рядная шестерка дизельная, знаменитая ланкрузеровская. Но здесь 170 лошадей, как я там показывал в предыдущем видео. 170 лошадей, а у Toyota, ну, она двухклапанная, да. У Toyota 160 лошадей ланкрузер, он стоит. Колеса ждет, пока этот, пылью покроем. Такая, блин, как она называется по-русски? Powder coat. Ну, в общем, краска с напылением. Родные хотим восстановить. Там вот потускнели. Поэтому у того 160 лошадей, у этого 170. И крутящий момент больше. Ну, что-то там доработали, видать, для автобуса. Едет шикарно, очень комфортно. Сзади воздушная подвеска на рессорах тоже. А бывает очень редко турбовые. Здесь у него генератор и для него бензинчик. Вот он, газолин. Сам бак, да? Тут все чистенько. Вот этот бабби. Можно и под дизель сделать, можно и под чего угодно, короче. Такой размер колеса. Такой вот размер колес, да? У нас вот так вот. Подушечки на подвеске. Вот эти домкраты. Ну, чтобы уровень был, чтобы его не шатало, когда там трясет в Японии, да? Так, что еще? А, ну, тут есть вот такая штука. Ну, тут все, Toyota сам. Автоматическая дверь и не автоматическая. Ну, сделаем на автомат, да? Автоматик. 24. Холодильник 24-вольтовый. Это не родной генератор, они туда всунули, мы оттуда вынесли назад, да. Это все койки раскладываются, спальник. Это вот тоже можно. Подразобрали, конечно, они тут, надо что-то еще доделывать, да. Кондиционер на крыше и подогреватель, но вроде бы тоже не работает, надо заправлять. Что еще? Пойдем, а то тут у нее лампочки были, все поснимали, и там была сигнализация. Пойдем, дверку закроем. Круг почета и... Так, ну да, здесь вот не шатается уже изображение. Хорошая камера. Так. Тут у нее кондиционер. Дизель-танк, соляра. Понятно. В принципе, и так можно вибасы поставить, врубиться в бак. Что за мир такой? Спереди дисковые, сзади барабанчики, тормоза. Спереди спойлерок. И вон крузеровские колеса. Тут-то, блин, колеса эти.
фары от 60-го Кузака. Антенна, радио, это там, навигация, все такое прочее. И прочее, и прочее. Тут у нее... Ох ты, блин. Не рассчитал. Опа. Не залетел. Блин, закрыть надо. Вот закрытым. Короче, вот если дверь... If it's open door... Gas pedal doesn't work. Она не работает. Газ не работает при открытой двери. Будем закрывать. Close. Close. No gas now. А теперь уже система безопасности, да? По старинному японскому. У них раньше еще пищалки были, но здесь нету пищалки после 100. Ну, этот engine brake, то есть горный тормоз, кто знает. Надо что-то поймать. Опять сейчас это, как его будет, YouTube мне мозг не фолит, типа чужую музыку используешь. Говнюки, блин, ничего не дают. Всего боятся. Что украдут их не музыку. Ну тут не музыка. Камера-мамера. Выключить. Включить. Что еще показать-то? Ну, еще раз покажу, как дверка открывается. Такой потолок-мотолок. Много ремней на 6 человек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 8 человек. Да, там 2, там 2. Вон там я вытащил 2 ремня. А, ну, давай откроем дверь. Неудобно. 4 руки надо. Бац. И закроем. Да, блин, если прижмет инвертор, или как он называется, инвертор, и этот, что я еще хотел, ну можно так вот показать, как он, штаны превращаются в юбку или что там, да, и то же самое здесь, но не хватает, эту еще доску, наверное, сюда можно ставить, в общем, будущий хозяин что-то будет сам, пускай думает, да. Мощные вентиляторы дуют в обе стороны, там положение тумблера. Туда можно задувать, отсюда. Ну и все, пойдем. Вот сегодня салат будем делать. На $50 в китайском магазине затарились, а иногда на 300. Опа! Хорошая машина. Как этот, шаман, кто шамана знает? Саша Габышев. Хорошая машина. Мечта. Смотри, движок поет. Турбина. Уи-у-у, классно. Кто помнит, как в детском саду машинки играли, да? Теперь большие машинки. Уи-у-у. А, вот еще родная, да? И вот этот вот, кто там хочет. Ну, в общем, от 20 секунд. Это турбо. Don't shut down engine in highway before wait 20 seconds or more. То есть в зависимости от ситуации, вот этот engine, не глушить двигатель, чтобы он дать ему остыть. Надо выключить этот. Ох, все отлично, Константин. Даже глушить неохота, а? Прокатиться бы куда-нибудь на нем. Путешествие. Едет классно. О, не курящий еще был. Non-smoke car. И, в общем, это пускай работает вообще-то. Сейчас мы его туда загоним. На это место. В общем, пока что вот в таких моделях редких. Их тут никогда не продавали в Америке. Ни хрена не рубит народ. Думаю, что это запорожец. То есть вообще... Нет никакой популярности. Вот пытаемся возить, но Land Cruiser, да, прям чуть ли не с руками отрывает.
если хороший, не гнилой, прям рот на части. Делику, кстати, тоже, ну как и у нас, все начиналось с делики, да? Все прославили делики. Сейчас здесь они тоже популярные, прям аж на жуть, как популярные. Фары включим, лайт. Фары отдельно, дальние отдельно, ближние отдельно. Сейчас включим. Это у нас radiation control from Japan. Чтобы не боялись, что это, да? Там мышь, чтобы не проскочила с Японии. Так, так вот, дальний свет. Low high. Вот вам фары. Морда старого Land Cruiser, да? 60-ки. Их вообще не осталось, тяжело найти. Ну что, закруглимся. А то начинают уже ножки замерзать. Хожу в шортах, в сандалях. Сейчас еще вон тут сделаю. Спринтер стоит. Красавчик. Давайте пока. Всем привет. Давайте перекличку, кто откуда. Мы все едли в Вашингтон, если что. Родина Брюс Ли, кто не знает. И Джимми Хендрикс, да?